Ульяна Борис 3, Дима Федор Зоя, я радио Центр 3 Центр. У Б3 Дима Федор Зоя, я Роман Центр 3 Центр. Прием. Б3, Дима, Федор, Зоя, Роман, Центр, 3 Центр. Отлично, принимаю. Зовут меня Тони, Тамара, Ольга, Николай, Иван. И нахожусь я в Новой Москве. Это поселок, ну можно сказать, да, поселок городского типа Коммунарка. Это 5 километров от МКАД. И до Эхолинка у меня 15 километров, который стоит в Троицке. С одноименным позывным. УБ3, Дима, Федор, Зоя, я Роман, Центр, 3 Центр. Прием. Да, отлично, принимаю, понял, принял. Через Троицкий Эхолинк работаете. Ну, слышу, да, я про Коммунарку. Нахожусь я сейчас где-то в километрах 7 от города Серпухова, в Портодиске. На природе работаю. Вот около костра. Ну, великолепно, что здесь, в принципе, недалеко, опять вот на выходе. Но если замечательно меня слышишь, значит, все очень хорошо. Хотел делать время. Б3, Дима, Федор, Зоя, я Роман, Центр, 3 Центр. Имя так и не назвали. Я понял, да. Ну, я слышал как-то, может быть, еще минут 40 назад. Вы тоже у костра были. Там с кем-то общались, по-моему, с R3DU, что ли. Так что, значит, я вас слышал. Понятно. Имя подскажите. И, в принципе, так у меня нет ничего. В общем-то, смотрю вообще, как линк работает. Да и видео как раз на фотоаппарат пишу. Выложу потом на YouTube-канале. УБ3, Дима, Федор, Зоя и РЦ-3Ц на приеме. Да-да-да, по-моему, Юрий был, если не ошибаюсь. Юрий его зовут, корреспондент. Да, вот мы с ним общались некоторое время назад. Ну, здесь советская лавайка, Балфенг, УВ-5Р, 5 ватт на выходе. Ну, как бы вот... опыта. Ну, работает и отлично. Странно, конечно, что добивает. На самом деле, удивил меня сегодня факт, то, что так хорошо меня слышно. На самом деле, думал, будет все намного хуже. Зовут меня Игорь. Я имя назвал вам три раза. Вы, видать, меня не поняли. Так что, так все делаем на время. УБ3, Дима, Федор, Зоя, я Роман, Центр, 3 Центр. Извиняюсь, Игорь, может быть, я, наверное, не расслышал. Может, где-то там витал в облаках, как вот тут у нас в простонародье, да, говорят. Не знаю, думал что-то просто о другом. Может быть, может быть. Понятно, Игорь. Хорошо, думаю, тепло-то там где-то градусов. Сейчас я посмотрю, сколько. Ну, градусов там 14 у меня показывает. Да, сколько там? 14 градусов на градуснике. Вот, так что вроде как так более-менее тепло. Более-менее, так что... А у костра там, по-моему, еще теплее, еще если 40 градусов там в жидком виде есть. Я понял. Хорошо, ладно, вроде как уже 1 мая, так что... С праздником, ну и с наступающими нашими тоже, 7 мая и 9. УБ3, Дима, Федор, Зоя, я Роман, Центр, 3 Центр. Да, Роман, Центр, 3 Центр, принято. Ну, здесь, наверное, сейчас поменьше градусов, потому что здесь озеро рядом, буквально в 7 метрах около воды, немножечко все-таки прохладнее. Ну да. Нежели около города. Прохладнее, конечно. Да, взаимность с наступающими праздниками, 73.
Я радиоцентр, трицентр. Спасибо, Игорь, за пожелания. Тоже с наступающими. И всех, кто рядом, тоже привет честной компании и хорошего времяпрепровождения. Я Роман, центр, трицентр. Доброй ночи. А наберете мой позывной RC3C прям в поиске на YouTube, сразу попадете. Прием, прием. Принято, 7-3. Да, доброй ночи, 73. Вот так. Куесо одно. Еще. Ну, народ гуляет уже, что. Праздники. 3 дня гуляем. В среду только на работу. Так что воскресенье, понедельник, вторник. Народ гуляет. Что же делать-то? Вот лампочка. ГУ-74Б. Аппаратура, правда. Блин, сколько пыли. Надо протирать. Ладно, все, видео заканчиваем. RC3C. Пока-пока. О, связь записал. B3DFZ. Игорь Серпухов. И даже он в кластер кинул. Все. 73. We clear.